Всем привет, с вами Сюфпро, и сегодня покажу вам Better Drops мод для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, после установки данного мода мы сможем выкидывать вещи не целым стаком, а по одной штучке. То есть мы нажмем на предмет, и у нас выкинется лишь одна штучка. Как видите, из 18 штук у меня выкинулся один динамит. Да, и это доказывает, что мод работает. Вот сейчас я выкинул один кусок дерева или один блок, сейчас, так сказать, земли. Но у меня почему-то нечаянно забрались эти блоки. Ну вот я обратно кинул блок доски, и все как отлично, так сказать, работает. Без всяких багов или вылетов. Ну, к сожалению, теперь мы не сможем выкидывать целый стак. Нам придется зажимать и выкидывать все так по одной штучке. Вот это довольно неудобно. Но, наверное, в скором времени разработчик мода что-нибудь добавит, и мы сможем выкидывать все как обычно. И он добавит вот эту функцию. Ну, будем очень сильно надеяться. И также мы спокойно сможем забрать эти вещи. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.